роскошные варианты для вашего дома и интерьера. Так всегда нам приятно, когда дома теплая душевная атмосфера, чтобы было красиво, чтобы было уютно, чтобы было по-домашнему. Конечно, в этом отношении мебель играет одну из важнейших ролей. Причем, смотрите, мы сегодня просто на нашу мебель надеваем чехол. Чехол «Атмосфера уюта» – это специальное предложение сегодняшнего дня. И получило оно сенсационно доступную цену. Вы получаете сегодня потрясающую бархатистую на ощупь ткань и при этом защиту вашей мебели. Преобразите свой дом за такую доступную цену. Ну, а наш эксперт Юлия Колосова расскажет все подробно. Обязательно и сделает с большим удовольствием. Если вы не готовы к покупке нового мебельного гарнитура, а вроде бы уже требует время, а может быть потертости появились на вашей мебели, а может быть немножечко засалились подлокотники или где-то образовалась дырочка, или ткань разошлась, да не беда. Не хочется платить за перетяжку мебели или за новую. Вот оно решение. Наденьте чехол на диван, и решается проблема за одну минуту. Старая мебель превращается в новую. Новую вы защищаете от пыли, от повреждений, от шерсти животных. Объединяете мебель из разных гарнитуров, потому что у нас есть и кресельные наборы, да, тоже для вот дивана в этом же цвете и в этой же фактуре. И, конечно же, такие чехлы легко надеть и легко снять. Они из жаккарда эластичного, который хорошо ложится по конфигурации мебели и выглядит действительно, как будто вы сделали мебели новую перетяжку. Давайте посмотрим, внимание на экран, как же надевать чехол. Наденьте чехол на диван, это сделать легко и играючи можно. Заправьте излишки ткани между сиденьем и спинкой и добавляйте еще специальные уплотнители-фиксаторы. И все, и чехол не слетает, и чехол выглядит как новая обивка, а вы радуетесь и получаете удовольствие от вашего уютного места отдыха. Ну давайте выберем расцветку. Давайте. Да, цвет серебряный, это первый цвет, он у нас главный цвет года, и к нему очень хорошо подходят все другие оттенки и аксессуары в вашей комнате. Для модников цвет подсказка. Если вы всегда мечтали отдохнуть на белом диване, ну, белый как-то, может быть, будет перебор, а вот именно вот такой светлый бежевый с роскошными вензелями, это то, что надо. Оттенок шампань или икрю, как же он хороший, благороден. А вот солнечных оттенков, если вам не хватает, тогда выбирайте светло-коричневый, он с контрастными янтарными вензелями в стиле барокко. А бронзовый, посмотрите, как он игрив и интересен. Здесь микс сочетаний золота, то есть драгоценных металлов, платины и бронзы. Шикарно. А цвет какао у нас как раз на диване. Прохладный оттенок, который идеален будет для любого типа корпусной мебели. Ну что, Юль, вот мне очень нравится, что у нас есть для вас выбор. Да. И давайте сразу раскроем вопрос. Давай, давай. На какой диван подойдет? Давай вот так вот. Давайте, вот так цветочек, перед столиком. Чтобы мы во всей красе показать. Слушай, ну большой чехол. Большой. Тянется во все стороны. Вот прежде всего я хочу показать, что эластичность полотна четырехмерная. То есть во все стороны. А это значит, вы наденете на мебель любой конфигурации легко. Но самое главное, чтобы в ней были подлокотники. Что по размеру? По размеру диван. Растягивается диванный чехол до 180 сантиметров. Так. То есть чехол подходит на трехместный диван. По спинке эта высота будет максимум 65. По глубине сидения 50. И самое главное, что ткань еще имеет запас растяжимости, поэтому плюс 5 сантиметров ко всем цифрам, которые есть на экране, можете прибавлять. Наденете нормально. Это точно. При этом обратите внимание, что это на диван трехместный, на те раскладные диваны, которые у нас с вами стоят в зале, в гостиной. На многих мы спим в диванах, и нам хочется, чтобы наша обивка сохранялась как можно дольше в идеальном виде. Ну, я рассказывала, у меня вот друзья переехали недавно в новую квартиру, делали ремонт, мы, конечно, потратились, говорит, на новую мебель сейчас ну никак. Забрали старую, она еще очень крепкая, но единственный вид, конечно, уже не тот. А чуть-чуть ободранные есть местечки. Скажи, пожалуйста, Юль, вот они попытались вообще договориться насчет перетяжки, ну, такие им цены озвучили, под 10 тысяч за диван. Одно дело цена, плюс ты без дивана две недели, потому что ждешь, когда его привезут. Найди грузчиков, найди машину, если еще нет грузового лифта, ну, в общем, это, конечно, много переплаты и хлопот. Да. Я вам предлагаю поступить проще. Старенькая мебель есть? Удобная?
надели чехол, превратили ее в новую, а новую надо защитить. Купили светлый диван, а у вас еще малыши, ну, всякое бывает. Защищайте мебель, обновляйте мебель, объединяйте мебель из разных гарнитуров. Это все настолько удобно с чехлами. Это очень действительно симпатично, еще и с точки зрения просто даже обновления интерьера. Это прекрасно. Идеально. А у нас эксперимент. Да, давайте посмотрим. Смотрите, выяснилось, что более 70% наших зрителей имеют дома животных. Это котики, собачки. Любимые. Вот у меня кот. Ну, смотри, вот от них вот все время шерсть, и ее очень много. Насколько легко счистить? А здесь эластичный жаккард. Посмотрите, как легко чистится. Вуаля! Одним движением. И больше нет шерстинок на вашей одежде и на одежде ваших гостей. Если ваши котики немножко хулиганят и делают вот так, то и здесь наши чехлы большие молодцы, потому что испортить, ну, невозможно. Ткань сплетена таким образом, что она, ну, как, знаете, антивандальная. Зацепить, правда, ну, нету возможности никакой. Животное один раз зацепится, второй раз просто даже не подойдет. Поэтому вы надежно защищаете вашу мебель. Ну что ж, это, конечно, защита и новой мебели, и сохранение мебели в любом виде, в старой. А старая мебель тоже будет выглядеть достойно. Ну, а какие бывают невероятные у нас случаи? События. Да, если вдруг что-то уронили, капнули, ляпнули, красками дети нарисовали, просто машинку отправляем? Ну, мебель-то мы защитили, а сам чехол просто постираем. Бросаем его в машинку до 40 градусов. Порошок может быть сухой или гелевый, а дальше ничего. Дальше гладить не надо, представьте. Ну, часов 8 он высохнет, и надевайте, и сделайте это играючи на диван любой формы, шириной до 180 сантиметров, то есть трехместный диван. Дозванивайтесь, успевайте, цена только сегодня 1799 рублей. Скидка действует 50%, и у нас пока представлены 5 цветов на выбор. Есть также кресло, на кресло чехлы, и чехол на кресло стоит 999 рублей. Сделайте себе такой подарок, представляете? Придут к вам гости, а у вас мебель новая. Это так приятно. Приятно когда? Но мы на нее не потратили огромное количество средств, денег, нервов и сил ни на перетяжку, ни на покупку новой. Вот такое вот обновление с современными чехлами в классическом стиле – это идеальное решение. Это цвет какао. Посмотрите, пожалуйста, на него. Один из самых популярных оттенков. Заказывайте сейчас. У нас также есть еще несколько вариантов на выбор. На трехместный диван чехол «Атмосфера уюта» подходит идеально. Вне зависимости от высоты подлокотника и от их ширины. И выбирайте сейчас, наши операторы помогут вам оформить покупку. При покупке на 4990 бесплатная доставка. Добавьте атмосферу уюта еще чехлы на кресло. Есть цвет в цвет и тон в тон.